Всем привет! Сегодня с вами Даша, и в этом видео я попробую научиться готовить блины. Ну что ж, давайте попробуем сделать блин. Так. Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то мы научимся делать блины. 3, 2, 1. Молодец! Мы научимся делать блины. Смотрите, у нас квадратик тут. И дизлайк. Как прикольно. Так. И та-дам! А, это лайк. Да, только обязательно поставьте лайк. Так. Это у нас Инстаграм. Как прикольно. Это Инстаграм. Так, и давайте пусть он пропечется. Та-дам! Готово! Так, ну вроде бы у нас получается все пока что. Так, это у нас ТикТок, если я не ошибаюсь. Так. Да, ребята, это ТикТок. Итак, у нас уже тем временем 4-й уровень. Итак, интересно, что мы рисуем? О, всем же знакомо это приложение, это YouTube. Вау, как классно получилось, все четенько. А теперь мы рисуем корону, посмотрите. Классно. О, посмотрите, какие у нас блины. И мелодика всего это. А, видите, тут мешает что-то. Отлично. Теперь это яблочко. Красивое такое яблочко. Так, ну и мне дали палочку, мешалочку. Так, и у нас это груша. Смотрите, какая красивая. Отлично, переворачиваем. Вау, какая груша. Груша получилась прям очень классная. Так. Что же это? Синие какие-то точки. А, как же я не узнала. Это арбуз, ребята. Вот такой вот яркий, но на вкус бы был, наверное, сочный. Так. Это интересно, что у нас? А, все же знают этот, мне кажется, пример. Это авокадо. Ну, некоторые знают, некоторые не знают, но я знаю. И это авокадо. А снаружи и внутри оно зеленое, а в самой середине уже косточка большая. О, ребята, это звездочка. Смотрите. Красиво у нас звездочка получилась. Так, а готовим следующий. А, ну как же нам свои фруктики-то не полить ничем-нибудь? Переходим дальше. Так. Какое это приложение? О, это тоже всем нам известно. Это Facebook. Вуаля! Готово! И следующее, что это у нас? Это у нас опять какое-то... Да, это у нас какое-то приложение. Что-то я даже не догадываюсь пока что. Так. А, мне кажется, я знаю, что это. Это Snapchat!
Там такие масочки прикольные. Так. А это бриллиант. Бабас. Вау, красивый какой. Новая палочка-мешалочка. Так, давайте и звездочку нарисуем. И ей глазки, и ротик. Так. О, посмотрите, какая красивая. Звездочка у нас получилась. Еще одну звездочку. Сколько может быть уже звездочек? Так. Готово. Так, можем кого-нибудь купить? Нет. Фейсбук, Снэпчат, бриллиант, звездочка. Все это поливаем каким-нибудь... Да, медом. Так. Ну, мне кажется, сейчас все отгадают, но... А вы попробуйте отгадать, или вы знаете уже? Если вы знаете, то обязательно скажите. Ну и да, это какашка. Что, это очень странно. Желтый смайлик. Так, я уже поняла, на что он делает. Фу! И мне кажется, я поняла. Этот смайлик. Этому смайлику очень плохо. Кто сейчас кушает, приятного аппетита. Так. Смотрите. Этот смайлик плачет. Так жалко его. А теперь просто делаем тут, чтобы было желтенькое все. Вау, как прикольно и очень даже красиво. Так. Ну, это, наверное, сейчас какой-нибудь... Это я уже догадываюсь, что это. Это красный злой смайлик. Так, заливаем все красненьким. Так, а теперь у нас корона. Получаем из-за нее звездочки. Какашка. Смайлик, которому плохо. Смайлик, который не радуется. Смайлик, который злится. Ну и наши следующие рисунки это будет... Так. А, это шарик с покемонами. Я поняла. Так, отлично. И конец. Все так. А вот и шарик, где покемоны внутри. Прикольно, даже очень прикольно. Смотрите, сейчас будет, наверное, какой-то персонаж. Так, отлично. Все заливаем. Тестом. И самый конец, это мы заливаем нижнюю нижнюю поверхность. Так. Ну, наверное, все уже догадались, это у нас киска. Очень милая такая и, мне кажется, даже немного скромняшка. Это киска. Так-то, давайте сделаем так, чтобы она немного подгорела. Ой, какая миленькая кошечка. Посмотрите только на ее мордашку. Так. Это какая-то птичка. Очень классная, очень красивая. Только я не знаю, откуда эта птичка. Если вы знаете, то обязательно говорите. Вау, как красиво и даже немного реалистично. Так, и самое последнее, это бонусная корона. Почему го, потом разные еще животные, да еще и мелодика. Наверное, вкусно, давайте
нарисуем. Так. Отлично. И заливаемся красным. И это у нас такое сердечко. Получилось у нас с вами такое сердечко. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. И жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока переходите смотреть следующие мои видео. Увидимся там!